Всем привет, ребята, с вами Танюка. Вы знаете такого вот персонажа, как Крэш Бандику? Ой, кстати, мне на новую игру с Крэшем Бандику, это время первых трех частей. Да, вот этот диск. Это Орекин, но он мне подарили на новый. Надеюсь, что он у вас тоже скоро времени будет. Но вот сейчас я скачал лотерею Crash Play Market под названием Crash Bandicoot. Посмотрим, что получилось. Первый из этих рядов Bandicoot 1996 эмулятор и тип. Здесь почему-то раз мы там из-за прошли, и можно будет это увидеть кадры из оригинальной игры. Однако обещайте, посмотрим, что это. Чего? Выбрать язык? Что это? Ай, господи. Кратер, слышишь? Очень. Выбрать игру. Стой. А где тут Crash Bandicoot? Не обещали, что тут будет Crash Bandicoot. А где он? Ой, господи. Ну, посмотрим оценки. Смотрите. Тут накрученные 5 звезды. Но оценка в одну звезду может догнать скоро этого оценка. Одна звезда, как играть. Я не знаю настоящую оценку. Прошел. Ну ладно, я уже удалил это приложение. Ну, следующий. Второе приложение — это Волк. То Crash Team Race. Здесь показаны из Crash Team Racing. Посмотрим, что это такое. Конечно, реклама. Да, закройся. Господи. Это тоже картинка. Ой, господи, я вообще не вот. Ну, посмотрим. Итак, здесь есть накрученные 5 звезд, как без этого. Best. Ужасно. Нет. Да. Ой, господи. Я уже это удалил. В конце будете писать свой комментарий. Следующая игра называется Crash Jungle Bandicoot Gun. Ну, по скриншоту это не похоже на оригинального Краша. Но нам хватает туториал. С Новым годом! С Новым годом! Thank you.
один вопрос. Там он при маркете она называется Crash Jungle Bandicoot Gun. А когда я скачала это приложение, она просто называлась Crash. Ой, господи, определитесь. Ну, как я и обещал, я буду ставить оценку и экран видео. Итак, я уже написал свое мнение. Три сестры. Не играбельно. Так, теперь мы знаем, что финального Crash Bandicoot на карманных устройствах все еще нет. А жаль. Будем спросить, пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, на мой канал, пока.